Специальную программу. В афишу спектаклей по... Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Кровавый теракт расследует в Турции в списке жертв. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Но для этого надо постараться. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Когда приедешь к нам, сама все поймешь. Ты готова? Нет. Сначала мне не хватило денег на подарок. Потом на развлечения, на новый мобильный. Они нашли меня сами, в сети. Предложили быстрый заработок. Всего-то спрятать маленький пакетик. Платили неплохо. Было это несколько раз. Через 2 недели меня поймали. Легкие деньги обернулись тюремным сроком. Не разменивайте свою жизнь на наркотики. Наказание за сбыт наркотиков от 4 до 20 лет лишения свободы. О фактах незаконного оборота наркотиков сообщайте по телефону 36 82 65 или 02. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Грандиозное шоу морских гигантов и просто уморительных клоунов в Курском цирке с 12 июня. Поздравляем наших победителей в дисциплине «Экономные покупки». Продсклад «Победа». Выбор бережливых людей. Совершай покупки и получай выгоду. Филиал ПАО МРСК Центра «Курскэнерго» для работы в районах области требуются электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей. Требования – электротехническое образование. Своевременная выплата заработной платы, соцпакет. Телефон 55 71 24. Денег много не бывает или наглость – второе счастье. Либо я буду жить на море в палатке, либо я просто поеду домой, ну, потому что цены стали неадекватные. Курортный сезон год кормит. Цены на жилье в Сочи взлетели в несколько раз. Мясо с мухами и колбаса с плесенью. Здесь происходила переработка продукции из тухлого мяса. Склад с испорченными продуктами обнаружили в Омске. Все это могли поставлять в школы и детсады. Бон аппетит, месье президент. Эммануэлю Макрону перед обедом отвесили оплеуху. В студии Артур Путырский. Здравствуйте. Ему нет равных в мире. Уникальный атомный энергоблок нового поколения начали строить на сибирском химкомбинате.